После снятия ограничений парки встречают жители города новинками. Представители администрации Твери рассказывают о таких видах развлечений, как отдых на воде, спортивные аттракционы и игры для детей. С этого года муниципальное предприятие «Дирекция парков» включает в себя уже 4 территории. Это городской сад, парк Победы, парк Тьмака и набережная Афанасия Никитина. Во всех этих зонах отдыха установлены бесплатные туалеты и ведется комплексное развитие. В парке Победы с новой пристани уже осуществляется прокат лодок и катамаранов. В городском саду начал работать тир и настольный теннис, а также открылся туристический информационный центр, где специалисты помогут составить маршрут путешествия по городу и региону. А в парке Тьмака можно прокатиться на веломобиле или лошади. Кроме того, открыт веревочный парк. 11 июля мы открываем спортивный комплекс «Веревочный парк Тьмака». Приглашаем всех желающих. Можно посетить 4 трассы различных уровней сложности. Есть легкие, средние и тяжелые трассы, где любой посетитель любого возраста весом до 100 кг может испытать свои физические способности.